там, мы видим высокие палки, это как раз операционные. Это операционные. Но в связи с... То есть мы называем это малой операционной. Да. Но подводки такие же. Все стандартное обращение. Ход ремонтных работ хирургического корпуса 45-й Звенигородской больницы проинспектировал глава округа Андрей Иванов вместе с жителями. Сейчас здесь ведут отделку операционного блока. Рабочие завершают монтаж систем электроснабжения, слаботочных систем, вентиляции и обшивку стен панелями. А само оборудование? Оборудование мы привозим свое с хирургического корпуса, а когда нам там закончен ремонт, там будет стоять полностью новое. Готовность объекта 87%. При этом рабочих здесь задействовано 29 человек. После окончания ремонта сюда, в Звенигород, переедет хирургический блок Одинцовской областной больницы. А в здании на улице маршала Бирюзова начнется масштабная и долгожданная реконструкция. Старт ее намечен на январь 2023 года. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».